лучшие цитаты профессора Александра Баттиани. Первое. Каждый из нас должен сиять своим собственным светом, потому что в мире темно. Второе. Если кто-то вам врет, это его ложь. Если вы добры, это ваша доброта. Третье. Важно помнить, кто мы есть, а не что у нас есть. Четвертое. Я вижу вокруг разрушения, но я не принимаю это в себя. Пятое. Мы подобны лампочкам, излучающим исцеляющую ауру. Большой ценностью обладает каждый человек. Шестое. Хорошо быть скромным, но никогда не недооценивайте, насколько вы ценны. Седьмое. Благожелательность – это не что-то, что ожидает особых обстоятельств. Восьмое. Если я вижу лишь страдания, я буду несправедлив к красоте жизни. Если я вижу лишь красоту жизни, я буду несправедлив к ее трагической стороне. Девятое. Есть одно целебное лекарство – благодарность. Вместе с благодарностью приходит сострадание. Десятое. Мы все уникальны и нужны этому миру. Мир без каждого из нас будет другим. Каждый человек важен.